Всем привет! Хочу поделиться с вами историей этого накаточка. Наверное, вы спросите, а что с ним не так? Он практически выглядит так же, как накоток на соседнем пальце. Но давайте же посмотрим, как он выглядел в первый визит в моей патологической практике. Грибковая инфекция образовалась на фоне подногтевой занозы и за пару месяцев буквально тотально поразила ногтевую пластину. На первом приеме была проведена онихомикозная чистка ногтевой пластины, а именно счищение всей нестабильной пораженной его части. И уже спустя 2 недели на втором приеме этот ноготок выглядел так. На третьем визите ноготь пациента спустя месяц, вы видите, практически напоминает здоровую ногтевую пластину. Так что же способствовало быстрому росту здоровой ногтевой пластины? Секрет прост. Это фотодинамичная антимикробная терапия, задача которой состоит поэтапная дезинфекция ногтевого ложа от патогенной микрофлоры, заседавшей на ногте. Давайте же послушаем мнение самого пациента об этой процедуре. Ну, в это вы терапии сразу поверили, что она вам действительно поможет? Да бог его знает. Ну, поверил. Ну, как бог его знает? Я считаю, я вот слушаю людей, которые добились своего успеха в своей жизни. Они просто говорят, нужно. Ну и в заключение хочу сказать от себя, что никогда не поздно начать лечение. Главное, вовремя обратиться к компетентному специалисту.